Соня, плечо. Кулак, ставь кулак. Веди глазками кулак правый. Это что за удар справа, Сонечка? Время. Еще раз посмотрите, ребят. Посмотрите, вот вы работаете, иди сюда, вы работаете в одном темпо-ритме. Понимаете? Не надо ускоряться, что первому, что тем более второму номеру. То есть темп-ритм один. Но достаете вы и все равно движение на ногах. Особенно вот момент интересен, он правый прямой, когда наносит вам удар. Ты правый прямой. Я не развернулся, ребят. Я поднял плечо. Я отпрыгиваю, и посмотрите, я вот так руку не держу заранее. Я стою здесь, в этой стойке. Все, он бьет мне за мануху, он бьет мне между рук. Я поднимаю плечо на себя. Вот тут все страхуюсь. Отскок. Ну почему? Оп, сымитировал ответ. А на левый прямой не надо назад уходить. Вы не успеете здесь и уклон, и вы уйдете далеко. Потому что рука здесь близко. Здесь мне видно его. Идет движение длинное. Левый прямой. То есть я фактически не прыгаю, я пах, прям плечико у меня упало. Оп, короткое плечевое, длиннее. Вот поймать тоже сам. Видите, мне надо, вот я не поймал его первые два раза, его челнок. Мне уже неудобно. Там. Там. Конечно, я сбиваюсь немножко. Так. Конечно, у вас будет на уклоне, на этом уклоне от левой, у вас возникает небольшая пауза, потому что у вас идет остановка, хотите вы или нет. И естественно, что после этого действия, вот он прыгнул вперед, он естественно, что отпрыгивает. Вот он выход. Прекрасный. Фишка этого удара в чем заключается? Сейчас, пожалуйста, левый прямой, только руку здесь в бороде, смотри, держи. Поехали. Почему ты не убрал руку? Чего ты остался с рукой с этой? Здесь ситуация в чем заключается? Что этот крас-удар, вот этот удар позволяет вам сделать именно вот это действие. Короткое движение плечами. Еще раз. И на возврате руки вы пробиваете. У вас есть возможность ударить через руку противнику, только когда рука либо идет вот в этот треугольник, идет удар, либо после удара возвращается. Вот в данном случае вы как раз за счет вот этого плечевого действия успеваете сделать это движение. Та-там, та-там. Плюс вы еще это делаете в движении на ногах. Все понятно? Вот попробуйте. Так, бам, просто левый ответил. Левый прямой. Та-там. Ясненько? Поменялись, да. Не торопись.